Я нахожусь на выставке Moda Lingerie and Swim Moscow на стенде компании Лиска. Можно говорить и Лисса, и Лиска, и так, и так будет правильно. Разное. Вот в мэре ходит коммерческий директор, который находится в Словении, но приезжает очень часто в Россию. На стенде людей мало, потому что сегодня последний день, и уже 1 час до закрытия выставки, и все разошлись. Все дни было не протолкнуться. Посмотрите, какие изделия. Модель какая стоит. Фирма прекрасная. Хорошо себя зарекомендовала на российском рынке. И если раньше работала через дистрибьютора, то теперь офис компании находится в Москве, и работать можно напрямую. Мэри. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, наши зрители, с вами Мэри здоровается. Многие знают, кто не знает, вот сейчас увидят первое лицо компании. Рассказывайте о своем предложении на рынке. Дорогие покупатели, мы конечно пришли с нашей дачной компанией в Россию. Дочерняя компания. Дочерняя компания, потому что после четыре дистрибьютора мы решили делать так. Потому что это у нас есть склад в Москве, рядом с Бауманской, очень красивый склад, шоурум, где может покупатель прийти напрямую делать заказ, и в шоуруме посмотреть коллекцию текущего сезона и тоже за следующий сезон. Сервис у нас будет очень хороший, потому что мы знаем, что сервис самый важный за наши покупатели. До сейчас, сколько мы говорим постоянно с нашими партнерами, они очень довольны с нашей посадкой, с нашей коллекцией, и тоже лично мы друг другого любим. Да, надо сказать, что ассортимент очень большой. Это и купальники, это корсетное белье, это домашняя одежда. Вот, то есть все есть, полностью магазин можно укомплектовать изделиями компании Лисса. Да. То, что у вас есть во всем мире. Ну, вернее, в Европе у вас магазины, да, большие. У нас есть примерно 130 собственных монобрендовых магазинов у Европы. Причем большие магазины у вас. Самый большой магазин есть 130 квадратов. Сейчас, в следующий месяц, наши партнеры открыют магазин в Техеране, в Иран, тоже 120 квадратных метров. Только если 100 квадратных метров, магазин полностью можем закроить с нашим товаром. Ценовой группе средний плюс, в зависимости от какая страна. Мы держим цены по целой Европе так более-менее одинаковые. Только, к сожалению, у нас в Руси есть таможня, и цена такая, какая есть. Ну и есть. Люди не очень богатые, не такие, как в Европе, это все сложности, но при этом те годы развития, которые вы на российском рынке, они показали, что марка востребованная, что люди любят ее. Марка очень требована. Мы сейчас, как сами начинали работать, видим, сколько преимуществ у нас есть, чтобы закрыли потребление русских, потребность в русских женщин. Значит, хороший дизайн. Рассказывайте, показывайте. Хороший, очень красивый дизайн и белья, и купальников. К сожалению, у нас нет полный ассортимент купальники с нами, потому что это предзаказы делали мы раньше. Преимущество у нас их купальников есть, что нет. У каждой линии есть купальник от чашки E до EF и очень много аксессуаров. Очень много аксессуаров, туники, кафтаны, которые может носить на пляж или на вечеринку, или кофе попить. У нас разные направления, разные линии. Это селекшн, самый красивый, маленький, секси ассортимент, где каждый сезон одна серия с сваровскими кристаллами и с сертификатом. И тоже эти секси линии есть чашка Е. В каждой серии от А до Е. Там селекшн тоже? Тоже это селекшн на нашей модельщице. Она, как тебя
Нравится? Как у тебя сидит? Ощущение. Нравится, очень комфортное белье, очень сексуально. Ощущаешь себя настоящей женщиной. Да. И недорого. У нас у белье вторая линия есть.